Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своей кухне, точнее, мы с Сережей, потому что он по-любому будет вставлять какие-то свои комментарии. Скажи всем привет! Чё, я тебе собака дрессированная, скажи всем привет! Нет, конечно! Итак, сегодня мы с вами будем готовить гуляш по-средиземноморски. Это, кстати, полезное блюдо, оно, ну, скажем так, оно не настолько калорийное, как настоящий гуляш. И делать мы его будем из пангасиуса. Я его помыла. У меня здесь два вот таких вот филе на полкило. Это все будем резать кубиками. Ну, весь гуляш режется кубиками, так же, как и перец один у меня болгарский. Одна луковица. Вот такие вот помидорки черри я решила взять. Я их очень люблю. И они обычно везде продаются по скидке. Но, в отличие от больших, которые всегда стараются сплавить помидоры, которые похожи больше на какую-то траву, эти помидоры очень сладкие, они очень вкусные. Итак, что нам нужно сделать? Это, ну, порезать все кубиками. Я забыла сказать, это блюдо готовится для меня, потому что мне сказала, хватит жрать. А, ну да. Вот. Поняли, томатную пасту 2 столовые ложки я смешала с, ну, вот с таким вот мерным стаканчиком, буквально 150 миллилитров воды у меня было. Добавила соевый соус, чтобы не добавлять соль, и также добавила свежемолотый черный перец. Также грибочки, у меня шампиньоны, они очень маленькие, я их специально выбирала в глобусе, чтобы их не резать. Мне кажется, это приятнее, когда раз так грибочек, хоп, и попадается. Так, сейчас я это все перемешаю, залью нашим соусом и покажу вам, что делать дальше. Посмотрите, как красиво это уже выглядит. Так, все перемешала, теперь беру соус, все это залью. Чашка из Икеи, моя любимая. Из нее очень круто пить чай. Для тех, кто интересуется, я думаю, хол вы видели. Итак, все, я просто залила. Я не буду пока ничего не перемешивать. Все, я закрываю наш чудо-агрегат. Включаю его. Режим тушения на 30 минут. И готовим до окончания программы. Все. Готово! Наконец-то! Та-дам! Ого. Сережа, скажи что-нибудь про аромат. Я уже сказал, ого! Камера не передает запаха. Это что-то нереальное. Ой. Как тебе повезло с женой? Не повезло с женой, да? Да. И будешь ты это все есть, этот гуляш средиземноморский вместе с кукурузной крупой, которую я варю с зеленью. Это будет очень вкусно. Ну вот, вот такие вот рецептики, рецепт. Спасибо, что были с нами. Ставьте пальчики вверх, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь на наш канал. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Она сказала, не мой, а наш.